Лапиза, устричный соус, сливочное масло, соли по вкусу. Делаю маринад для запекания кролика. Всем привет! Вы на канале Одец Фабричного. Наконец-то наш долгожданный кролик. Я вот вдоль ребрышек делаю надрезы по микротушке. Здесь тоже это делается для того, чтобы вот развалить нашего крыла. Вот видите, они непроизвольно в ребряной части сами раскрылся. Дальше вот так вот. Ох, здесь вот сила есть, мозгов не надо. Он открылся. Вот что мы сейчас имеем. Други моя, блюдо. Просто вот пищевую пленку разложил. Солнышком. Солнышком, зеброчкой. Положил кролика на центр. Маринадик. Я не знаю, тут сейчас он так сексуально выглядит. И аппетитно, что не знаю. Уже чувствую в предвкушении завтрашнего крыла. Аямадиско Денси. Погнали наших городских. Обратили внимание. С этим, как его, долбанным коронавирусом. Объемы уменьшились. Друзья не заявляются. Вот мы не заявляются, а просто всеобщий карантин. Готовим только на семью. Даже лишние стулья убрали с кухни. А, большое спасибо, действительно, елки-палки. Вы начали подписываться на канал в Ютубе, на моего аниматора. И ее канал, все, записывайте, берите листочек, карандаш. Все взяли, теперь пишем. Очень сложно немножко. Душа с фабричного. Без С. А, без С. Она душа фабричного. Она не с фабричного. Это я с фабричного, а она душа. Угу. Вот посмотрите, вот такого плана. Мы укатали его. Берем аккуратненько, хоп, складываем. Так, вот для чего была эта пленка. Собираем по максимуму, выпускаем оттуда воздух, завертаем, вот так завернули, упаковали и поставили вот на прохладное место на окошечко. Встреча с подписчиком у нас. Вот перепелочки. Нет, это цыплята перепелки там в другом месте. Все, господа, вот мы. От моего подписчика выезжает пожертвование на храм Иоанна Зайника. Иоанна Богослова. Богослова. Вот. Домашняя тушенка. От Александра. Вот, от Александра с Натальей. Да, вот Наталья. Хозяйка Наталья, дома. Наталья, она скромница. Будьте с нами. Да. Погнали наши городские. Тут домашняя тушеночка, как нам сказали, вот. Александр, вот все, мы в храме. Угу. Нашему батюшке, от наших подписчиков. Да. Думаю, чего вы без настроения, батюшка? Батюшка, это от Александра и Натальи, от наших подписчиков. Вам в храм передали. Да, на ваше усмотрение. Все хорошо. Добро.
Всем привет, всех благодарим за помощь, которая оказывается, вот, помощь каналу. И в первую очередь, конечно, вот, ну, раздается нуждающимся людям, в том числе, как говорится, не только православным христианам, ну и мусульманам. Все мы люди, как говорится, все под Богом ходим, поэтому здесь мы не разбираем и не различаем. Как говорит у нас, Господь никого не делит, вот, поэтому так. Мы также относимся. Дела милосердия и любви надо совершать, конечно, стараться. Это заповедь Божия. Поэтому еще раз благодарю вас за все, как говорится, за помощь оказанную, и которую вы будете оказывать, все будет доставляться нуждающимся людям на дом. Мы вчера были в храме, действительно, батюшка сказал, очень серьезные, тяжелые времена начались. Мы с Еленой делаем это раз в месяц. Сейчас мы не без остановки, вот как только получили, сразу заехали и покупаем. Здесь познакомились с очень очаровательным человеком, Салтанат. Она нам все подсказала, помогла собрать все. Здесь мы корзину формируем из расчета на 7 человек. Рис, печенье, соль, чай, сахар, масло. Масло сливочное, лапша, мука, конфеты, ну, сахарок. Будьте с нами. Это все на 22 тысячи. Вот сейчас посмотрим по чеку, сколько выйдет. Будьте с нами. Спасибо большое. Я по именам. Елена, Олег, Кинес, Осет, Шахида, Татьяна. Это ваш вклад. Ваш вклад. Ну и, конечно, всех моих подписчиков. Ребята откликнулись. Спасибо большое. Действительно. А здесь, в пригороде, в поселке, ну, появились семьи, которые действительно нуждаются. И сами пришли с просьбой о помощи. Чем могу, продуктами мы будем помогать. Формировали пакет. Вот. Все равно радость детям, печенье, конфетки. Лапша, сахар, масло сливочное, соль, рис, чай, масло подсолнечное, мука. Это ваш вклад, дорогие подписчики. О, посмотри. Ёлки-палки. Да их уже кушать можно. Нет, они будут нестись. Перышко. Это, кстати, бройлерные, батюшка. Да, бройлерные перепелочки. Все, спасибо. Все, до свидания, всего доброго. Всего доброго. Мы за приготовлением зайца. Взяли это зайка, как это, пергамен, да? Ну, я небольшое количество маслица тут так раздадим. Так, вот смотрите, вчера я вложил в маринад, и мы оставляли в прохладном месте. Посмотрим, что тут получилось. Посмотрите, красота. Красота. Мы везем с собой кота. Так. Не шути так. Душа моя. Да, кстати, почему кролика продают обязательно с задними лапками? Да очень просто, господа, потому что кролика не отличишь. Так, ну что делать будем, душа моя? Ножки подворачивать. Ножки подворачивать. Mm. Да. А если он выпрыгнет отсюда? Нет, он уже не сможет. Нет, что-то не то. Надо отвязать его. Мы его... Эх, сабелька какая. Как ей работать? Я просто взял. Так. Здесь... Костяк мы надрезаем. Просто развернули и все вместили. Слоника.
Следующим этапом поднимаем, оп, запускаем, закрываем, выставляем максимально на полчаса. Дальше смотреть будем. Так, решили посмотреть крыла. О, посмотрите, какая красота. Что, душа моя, накроем, да? Еще минут 15, наверное. Или 10. Ну-ка. О, все, процесс пошел, посмотрите. Теперь мы его, корочку он взял. Теперь я беру его. Просто накрываю. И опять опускаем сюда тазик. Угу. Я забыл сказать, мы убавляем. Душа моя, это ж какие там? 175. 175. Вот и все. И на 2,5 часа. Ну а теперь заяц в студию. Опа-на, отключаемся. Посмотреть будем, что там у нас случилось с кровом. Посмотрите, какую подложку для них. Для него, вернее, Елена Петровна придумала. О, вуаля! О, аж дышит, смотрите. Оп, сейчас будем оформлять. Оп, о! Воссоединилось. Только вот так вот, наверное, сделаем. Красота! О, посмотрите, ребрышки выпали. Это печеночка. Еще небольшой один штришок сделаем. Посмотрите, соус какой тут. Мы. Оп. Вот. Ну что, кролик в студию. Погнали. Наша проба. Так, ну капуста, капуста. Так, ну что, вот посмотрите мясо. Вот разваливается. Вот что. Вот, посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ё-моё. Душа моя. Такая прелесть. Обалдеть. Все. Разложим. Положим. Сейчас я нашему малому положим. Так. Ну что, проба, да? В роте тает. Не в роте, а во рту. А у нас в роте. Так, мы вот слегонца подрезаем переднюю ножку. Так же вот. Ох, прелесть. Посмотрите, вот она. Косточка, лопаточка вылетела. Сникерс. Сникерс. Этому зайцу лет 300 на... Ha ha ha.